тоже красивые рисунки сделать. Да, ну вот графики, тематическая, там, в стиле Спартака, там, спорта, или еще какие-то. Потому что очень неплохое место получается. В советские годы этот стадион был настоящим местом притяжения для футболистов и других спортсменов. Здесь тренировались известные команды, но спустя время звенигородский «Спартак» превратился в заброшенный спортивный объект. Сейчас его реконструируют, причем основательно. Около 50% работ уже выполнили. Вот сейчас в данный момент прорабатываем место, где нужно будет расположить зону для того, чтобы можно было играть в городки. Дополнительно мы делаем спуск к воде для тех людей, кто, например, занимается сплавом по Москва-реке, байдарочников, там, не знаю, есть любители, которые ценят этот вид спорта, он короткий у нас, но тем не менее, да, пошли им навстречу. Для тяжелоатлетов будет организована площадка под навесом для кроссфита со всем необходимым инвентарем. Продумали все до мелочей. Даже для людей с ограниченными возможностями тут есть зона для метания ядра. Уже проведены основные работы по вертикальной планировке, установке дренажной системы, подготовке основания футбольного поля и хоккейной площадки. К юбилею Звенигорода обновленный стадион станет настоящим подарком для жителей города. Эмилия Ракелян, телекомпания «Одинцова».